И всем привет, ребята, с вами я, красивый Юте. И сегодня в Brawl Stars выходит новый персонаж Чак. Да, я уже, к сожалению, как в прошлый раз с Хэнком в топы не попаду, потому что его уже многие купили за деньги в магазине. Да, я тут, кстати, подарок открыл уже. В общем, Чак, новый боец. Ну и у меня хроматический есть, но это как бы уже отдельный ролик будет. Ну что же, давайте заберем. Во-первых, у меня на Корделиусе. За мастерство есть кредитики, чтобы не забыть, давайте я их соберу. И вот на Чака полетели все. Да, быстро уже. Получено. Не, ладно. Ну, вроде все. И давайте наберем, ну, в славе. Давайте заберем в славе. Что? Что сейчас было? Ладно, давайте забираем славу. Да уж, в славе очков совсем мало. По 25 кредитов, но это вообще жесть. 80 кредитов за 30 тысяч, жесть. Давайте славу заберу. Чтобы, ну как, мне она в принципе не мешает, не мозолит глаза. Ну, чтобы было, как бы. Прикол, если мне не хватит кредитов. О, как непривычно видеть, что тут все пусто. Оно у меня уже несколько месяцев тут висит. Так, прошлый сезон. У нас 20-й. У меня сейчас... Все, собрали 10 тысяч очков. Так, прошлый сезон. И собираем кредиты. Собираем кредиты. Прикол, если мне реально сейчас не хватит. Да не, должно. Должно. Если не хватит, то это фиаско будет века. Чисто ролик. Минус ролик будет. Сколько у меня уже очков? Уже почти 11 тысяч. Так, кредитики собираем. Осталось 900 кредитов. Хоть бы хватило. Так, итого у меня уже 1400. 1445. 515. 600 с чем-то. 75. Ага. Все, мы приближаемся уже. 60. Последние кредиты, ребят. Я забираю нового персонажа. Чака, как по мне, он имба. Залетает. Ухо-хо! У-ху-ха! Ухо-хо! У-ху-ха! Чак, урон. Что-то все эти поменяли. Чак, мифический, 12 из 12 бойцов. Никогда выдающийся маэстро Чак променял симфонии концертных залов на какофонию, станции призраков в поиске вдохновения и новых музыкальных форм. Погнали. А, все. Потом соберу очки силы. Мне, в принципе, хватает. Ну и давайте, где он у меня? Где? Вот. Не вижу. Вот он. Чак. Скинчик на него вышел, кстати, да, скинчик-то уже есть, ладно, не буду, без скина пока. И давайте улучшаем его до 10-го, думаю. Хотя давайте до 9-го сначала. Сила 9. Так, Чак убирает ближайший знак и перезаряжает свой супер. Следующий, ага, ну я думаю, вот это вот лучше. Мне кажется, это лучше. Так, значит, ну давайте щит хотя у него сколько хп? У него хп сколько? 800, щит ему не нужен. Давайте возьмем урон, пускай урон будет. И пит-стоп увеличит максимальное количество знаков. Во, имба, вот это имба. У меня, кстати, 100 тысяч монет до сих пор осталось, ничего себе. Ну и давайте же за него скатаем. Узнаем, что это за персонаж и что он умеет. Узнаем всю его механику, я, честно, его не тестил, клянусь. Я знаю, что он делает, но как он работает, я не знаю, потому что я его не тестил, не внулся нигде. Просто вот, как есть сейчас, первая реакция. А в Brawl Talk'е показали, что это у него больше дальность. О, конечно, ну как же без моего суперского интернета? В Brawl Talk'е дальность-то была дальше, мне кажется. Ну, урон у него лютый. Еще попадать. Как попасть? Как попасть? Есть. Так, что это?
Ну давай сюда поставлю. Помоги! Так, ага. Что происходит? Помогите, помогите. Я вообще не понял его механики сейчас. Я хотел поставить вторую метку. У меня вообще ничего не получилось. Что происходит? Я ничего не понял, ребят. Я хотел поставить вторую метку. У меня куда-то все пропадает. Все что-то лагает. Какой-то странный перс. Но он мне нравится. То есть имба. А... Ладно, уйду. Так, давайте поставим вот туда метку. Ага. Вот, я хочу... Ага. А, наверное, надо быть за зоной, чтобы поставить метку-то вторую. Опа! Ох ты ж. Да, видите, надо быть за зоной. Реально. Я хочу, короче, вот так по кругу поставить. А, так нельзя, что ли? Или... Она работает? Нет? Походу, нет. Ну-ка. Да, это не работает. Печально. У него ульта сама заряжается, вы представьте. Тут почему-то как лагает, я не понимаю. Что происходит? Так, вот сюда. Я не понимаю, что... Почему у меня интернет такой плохой, вопрос. Давайте Bluetooth выключу на всякий случай. Я не знаю, на что это повлияет, но... Да ладно. Мне еще жалко. Алло! Вот так и тести. Вот что у меня с интернетом? МТС, лучшая компания, выбирайте. Юху! Я же сюда поставил. А, помогите, помогите. Как бы... Ну ладно. Так, я сейчас сделаю по-другому. Если интернет не хочет ко мне приходить, то я приду к интернету. Так. Квестик на Чака есть? Нет, серьезно. Что-то суперселы разленились. Квестики раньше делали на новых персонажей на 1000, а сейчас нет. Странно. Окей. Вот сейчас не должно лагать, по идее, все. И сейчас протестим его нормально. О, как давно микрофон не говорил. Ну да ладно. Значит, давайте ставим метку. Вот я сейчас в 3 на 3 хочу пойти. Вот сюда ставим метку. У него ульта сама заряжается, вы прикиньте. Ну это лютый перс. Вот сюда ставим метку. Блин, криво поставил метки. А чем дальше урон получается, тем больше он. Я не понимаю. Как у него урон действует? Ага, нет. Угу. Давай вот сюда. Так, и сейчас протестим гаджет. Реально сквозь стены проезжаю. Чисто давай, вот сюда можно поставить гаджет куда-нибудь. Потом сюда, и потом туда. И просто вот туда летать, сюда. Туда-сюда летать. Оп, уехал. И тут колет вот так стоит. Не ожидает меня приехать. А я потом, оп, уехал. Тут Поко, добиваю Поко. Потом обратно уезжаю сейчас туда, от Поко. Тут калетка. Не ожидает меня увидеть. О! Спокойствие. Только спокойствие. Поехали. Чё, тут никого? А, тут все сверху, все сверху. Иди сюда. Пойдем. Не, вообще перс имбовый. Мне нравится. И вот так вот. Нравится, ну по что, пошлите в 3 на 3, квестик выполнили, гол. О, кстати. Да, кстати, пойдемте на другие аккаунты, откроем стардропы. И это,
И посмотрим, что нам выпадет с легендарного стардропа. Перейти. Надеюсь, тут ничего не спалю. Ну что, давайте заходим. Да, я тут Сту купил, кстати, он мне очень нравится. Очень красивый скинчик. Хотел на основе, но нет. Решил, что на основе не будем. Прикиньте, отсюда сейчас ворон выпадает, на которого я собираю. Был бы вообще рофл. Ну что, открываем. Легендарный стардроп. И... Спасибо. Мне отсюда выпал скин, кстати, недавно. И подписывайтесь на мой телеграм-канал. Там я говорю о всех постах, о всех... Мы там играем с подписчиками в Бравл вместе. Так что да, подписывайтесь. И не только в Бравл. Мы и в Among Us играем там. Мы во много что играем. В Майнкрафт на моем сервере личном. Так что заходите, пообщаемся. У нас чатик есть, мы там общаемся. Ну и открываем. И... Что? Джеки, выпадай! А, скин? Скин говно, конечно. Ну ладно, пойдемте в 3 на 3. Сколько ролик длится? 11 минут. Нормально, я уж думал это. Сначала подумал, запись не включена. Пойдемте в 3 на 3. Ну давайте зачистка. Что тут у нас за карта? О, по зачистке сейчас будем кататься туда-сюда. Офигенно. Мне прям нравится этот боец. Все, пушу его на 35 ранг. Жесть. Давайте вот каточку сейчас катаем в 3 на 3. И пойду уже куда-нибудь. Ой-ой-ой. Ну, боты вроде попались. Только со мной не боты. Ну ладно. Нави ставим. И ставим меточку вот сюда, давай-ка. А-а-а! Помогите! Ой, боюсь. А я могу сейчас. А, нет, я должен быть в зоне. Хитрые суперселы. Да ты рофлишь, я не хотел сюда. Ну ладно, норм. Дайте мне третью метку поставить. Не лагать, а третью метку поставить. Вот так. А! 3 очка сразу. Финиши! Вот так беру, катаюсь. Потом вот так дамажу. Потом обратно сюда дамажу с этой стороны. Потом обратно сюда. Ну, тактика рабочая. Осталось только научиться, как ей пользоваться. А, у меня аж 4 метки еще. Давай-ка сюда еще кинем. А почему? А, я только по 3 могу кататься, что ли? Нет, по 4. Странно. Покатались. Опа. Как по... Я переехал его. Вы видели, я его переехал? Реально. А, кстати, это урон наносит, получается, или так совпало? Ладно, все, последнюю карточку и все. Мне нравится этот боец. Имба. Имба боец. Супер. Так. Опять боты попались. Ну, блин. Я хочу против реальных людей. Почему нельзя против реальных людей? Давай, значит, я вот сюда ставлю меточку. А, помогите, 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 помогите. Уехал. Помогите, спасибо. Минус Дэрил. Мой. Не мой килл? Что? Минус Нита. Мой килл. Так, и давайте-ка вот сюда поставлю, чтобы я от кустов быстро тут передвигался. Нет, урон, походу, наносит. Это наносит урона. Да, смотрите. Я реально в прошлый раз его переехал. Так, Нита, иди сюда. Нита, Нита, Нита. А-а-а! Все, валю, 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 валю.
Это реально наносит урона, вы прикиньте. Дайте туда меточку поставлю. Один раз. Мы проиграли? Жесть. Ладно, в общем. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Мне этот персонаж очень понравился. Опа, да. Все. Всем удачи и всем пока-пока.